Объезды территории Славянска на Кубани главу района совместно с представителями городской администрации проводятся регулярно. Это нужно для того, чтобы контролировать санитарное состояние и работу по благоустройству. В очередном объезде побывали и наши корреспонденты. Жители и гости Славянска на Кубани по праву считают наш город одним из самых чистых и благоустроенных на Кубани. Порядок и комфорт обеспечивается постоянной работой городских служб, рабочих по благоустройству, специалистов ЖКХ, жителей. Совместные объезды главы и специалистов дают свои положительные результаты. Многие вопросы решаются на местах, ставятся конкретные задачи. Во время очередного объезда были выявлены недоработки городских служб на улицах Славянска на Кубани. И буряны пока тогда сбиваете, ну что, да, позорище, ливневка вся, страшно смотреть. С приходом осени начались проливные дожди. Поэтому главное, на что обращалось внимание при объезде, это ливнестоки. Они должны быть всегда в порядке, подчеркнул глава района. Ливневое хозяйство, оно должно работать, потому что жителей всегда беспокоит, чтобы домовладение было не подтоплено, чтобы можно было нормально ходить по тротуарам, по нашим дорогам. В ходе объезда Роман Синюговский посетил также спорткомплекс «Лидер». Там система кондиционирования в спортивных залах находится в неудовлетворительном состоянии. Спортсмены, которые в них занимаются, жалуются на сильную жару. На месте было принято техническое решение. Главой района поставлена задача в ближайшее время выполнить ремонт системы. Следующий пункт объезда – территория парковой зоны в районе отдела ЗАГС. Здесь обсудили вопросы расширения зоны отдыха. Было принято решение поставить лавочки, сделать проходные дорожки и положить около 1000 квадратных метров плитки. Вы видите, постоянно мамы гуляют со своими детьми, чтобы была возможность с колясками заезжать, сделать лавочки, то есть расширить зону отдыха. Потому что и парк вроде бы как есть красивый, но в то же время он не проходной. Хотелось бы, чтобы здесь отдыхали семьями, отдыхали мамы, дети, в общем, все наши жители. Положительные преобразования в нашем районе продолжатся. В планах на ближайшее время еще больше озеленить город, высадить деревья, посеять траву, кустарники, цветы. Совсем скоро в городе появится новая малая архитектурная форма – Эйфелева башня. Идет строительство тротуара по улице Ковтюха в районе улицы Победы. Город Славянск на Кубани становится все краше и благоустроенней. На радость всем его жителям. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».